Добро пожаловать, верные приверженцы, а также новички. Это один из создателей Человека-паука, Стэн Ли. Снова мы встречаем нашего героя Питера Паркера, более известного в мире как Человек-паук. Неутомимый борец со злом. Но это только начало, дорогие фанаты. Потому что нас ждет захватывающий боевик-триллер, напичканный до отказа ловушками, монстрами, ужасами, шутками и неожиданными поворотами событий. Это больше, чем вы можете представить. И, конечно же, будет летание на паутине и ползание по стенам. Эй, паук! Привет, черный кот. Как дела? Я знаю о твоих проблемах, но сейчас грабят банк, и они взяли заложников. Чтобы быстрее попасть к банку, используй свой компас. Спасибо, кот. Эй, Человек-паук, иди сюда. Кот, ты можешь долететь до него. Сначала нажми кнопку прыжок, а когда будешь в воздухе, нажми кнопку R2, чтобы выпустить паутину. Что случилось, Кэт? Паук, это емкость с паутиной. Ты можешь набрать до 10 штук.